Здорово, чуваки! Соскучились? Нет? А я да. Сегодня я вам покажу, как обычно, 5 игр. Это воздушный танк, гонки НЛО, спортивный менеджер, водная головоломка и робослэшер. Поехали! Начнем с Bouncing Tank. Это очаровательный однотаповый таймкиллер, которым ты можешь занять свою одну руку, пока другая, ну скажем, держит поручень. Задача заключается в том, чтобы вовремя запускать снаряды, пока твой шарообразный танк или танкообразный шар, неважно, пока он безостановочно прыгает. Тебе придется попадать по снарядам, истребителям, вертолетам и голубям. А, нет, стой, по ним нельзя. Они же символы мира. Балансируй в новой аркадной гонке под названием Big Bang Racing. Возьми под управление мотоцикл, внедорожник или другое транспортное средство и помоги инопланетянам дойти до финиша, преодолев все препятствия на пути. И, кстати, здесь все основано на физике. Впереди подвесные мосты, взрывающиеся бочки и электричество. А простой генератор уровней позволит создавать каждый раз что-то уникальное и веселое. Любишь крутой пиксель-арт, менеджмент и драки? Тогда Punch Club — это именно то, что тебе нужно. Как бы это сказать? Твоего отца убили у тебя на глазах, и ты дал слово, что сможешь постоять за себя. Доберись до вершины бойцовской карьеры и отомсти за смерть отца. У тебя будет 4 ветки скиллов, по которым ты сможешь прокачиваться. Только от тебя зависит, каким будет твой зал, доходы и стиль боя. Тебя ждет глубокий, нелинейный сюжет с моралью и сложным выбором. Вроде выбора между стейком или пиццей на завтрак. Кстати, я завтракаю овсяночкой. Лайк, если тоже. Droplet Derny — это очаровательная аркадная головоломка, в которой тебе предстоит направлять каплю для воссоединения с любимой. В игре есть 3 мира с разными формами препятствий. Мир кругляшек, кубов и треугольников. В каждом есть уникальные ситуации и противники, требующие определенного подхода. В игре 150 головоломок, проходя которые, ты сможешь воссоединиться с любимой и вернуться домой, где бы это ни было. 2025 год. На Землю вторглись рабопланетяне, и только подростки с пингвином могут им противостоять. Да. RoboWar — это захватывающий слэшер, в котором ты сможешь создавать любого из 30 роботов на вкус, каждый из которых обладает уникальными атаками. Тебя ждут соревнования с другими противниками в онлайн-режиме, а при желании можно поиграть без подключения к интернету. Кстати, тут писали пару человек, что хотели бы топ с офлайн-играми. Таких, ребятки, много, так что кто за то, чтобы я просто указывал в обзоре, когда игра работает без подключения, пишите в комментариях. А на сегодня это все. Ставь лайчики, от них на душе приятно. А еще качай игры с нашего сайта бесплатно и смотри пропущенные видео. Это был обзор от mob.org, и я не устану напоминать трэш. Увидимся в топе!